Привет! Меня зовут Елена Комякова. Яна Клыженко. И вместе мы тренинговый центр «Клевер». Приглашаем вас на наш курс NLP Практик Fresh. Сейчас открыт набор, еще можно записаться. Наш курс стартует 24-25 марта в городе Харькове. У нас для вас есть еще хорошая новость. Курс не вполне обычный, потому что мы с Яной решили каждый модуль, а их 8, сделать открытыми. И любой желающий может присоединиться к нам в любой момент. Наш курс мы начинаем с темы «Невербальная коммуникация и невербальное влияние». Наверняка вы знаете, что любое общение имеет две составляющие. Это вербальная часть, это буквально наши слова, смыслы. То, что мы говорим, да, текст. И вторая часть – это невербальная составляющая. Это наши телесные некие сигналы в виде жестов, интонации, движений, позы, мимики. И иногда то, что проявляет наше тело, наше невербальное сообщение, может подтверждать то, что мы говорим, или, возможно, опровергать то, что мы говорим. И вот здесь очень важно иметь действительно такие фокусы внимания и знать, куда нужно смотреть, чтобы вовремя распознать не только то, что хочет вам человек продемонстрировать, а его истинное состояние, намерение или желание. Это то, что называется читать людей. На первом модуле мы как раз настраиваем такие фокусы внимания. И вы получаете неоспоримое преимущество в любых переговорах, в любом общении, где бы вы ни находились, вам легко понять, что стоит за словами вашего собеседника. Еще один аспект, которому тоже мы очень много уделяем внимания на первом модуле, это создание доверительной атмосферы в коммуникации. Это та основа, та база, которая помогает длить коммуникацию, которая помогает разрешать спорные моменты и достигать целей даже тогда, когда мы не согласны с собеседником, мы имеем различные мнения. Точки зрения или мнения, или мы можем предотвращать конфликты, умея создавать такое так называемое бессознательное доверие в собеседник. Об этом и еще о много-много другом как раз на нашем первом модуле. Записаться можно, заполнив регистрационную форму, которая есть у нас на страничке в Фейсбуке. Да. И мы ждем вас 24-25 марта. До встречи!